Продолжаем выпуск. В работе Международного экономического форума, который накануне прошел в Ялте, принял участие запорожский губернатор Борис Петров. По его словам, главная цель его визита – презентация потенциальным инвесторам Запорожского края. Также обсуждались с руководителями других областей возможности более глубокого межрегионального сотрудничества. Времена просто посиделок и как бы картинок, что вот область такая хорошая, что есть тут такие перспективы, приезжайте к нам, они прошли. Значит, инвесторы хотят видеть конкретные проекты, хотят видеть конкретные территории, хотят видеть обеспечение решения всех вопросов сотрудничества. Вот мы заинтересовали и другие области инвесторам, то, что мы работали над проектом промышленных зон. У нас вот 9 промышленных зон, они победили в конкурсе, а всего будет до конца года 27 промышленных зон. И мы будем работать над конкретными проектами.